Привет, друзья! Смотрите, какую прикольную игрушку я купила для моей любимой Бьянки. Она называется Bubble Bees Animals. Как вы думаете, ей понравится эта игрушка или нет? Ладно, не будем гадать. Просто откроем эту игрушку и положим ее в ванночку. Ведь моя Бьянка сейчас придет купаться. Ух ты, какая прикольная! Интересно, кто это? Рыбка или лягушка? Какие смешные у нее глазки! А внутри этой игрушки спрятаны маленькие красные шарики Орбис. Лягушечка, плыви! Вот как хорошо! О, друзья, мне пришла еще одна идея! А давайте спрячем эту лягушку под слоем толстой пены. Тогда Бьянка ее не заметит, а потом получится сюрприз! Вот так, хорошенечко встряхнем наш флакончик, а теперь выдавим из него воздушную пену. Нужно спрятать нашу новую игрушку. Ну вот, смотрите, пена надулась и теперь ничего не видно. Мама, мамочка, что ты тут делаешь? Можно я искупаюсь? Ой, какая голубая воздушная пена! Ой, здорово! Она так похожа на снег! Бьянка, надевай свой купальник и купайся быстрей! Тебя ждет маленький сюрприз! Сюрприз? Да! Ну ладно! Ну вот, я надела купальник! Молодец, малышка! Теперь ныряй! Хорошо! Я же сказала, что в ванночке сюрприз. Тебе нужно нырнуть, чтобы узнать, кто прячется внутри. Ой, ты что, запустила туда какое-то животное? Ай! Ай! Не переживай, Бьянка, то, что плавает внутри, не живое. Фух, ну ладно. Ой, а как же я нырну в ванночку? Ведь там пена, она будет... щипать мне глазки. А ты надень вот эти очки или вот эту маску. Ну ладно, я попробую нырнуть с маской. Вот и отлично. Давай-ка я тебе помогу. Готова? Угу, готова. И раз, и два, и три. Ой-ой, мамочка, я вижу здесь необычную игрушку. Доставай ее быстрее, Бьянка. Да, сейчас. Все, достала. Ой, да ты же вся в пене, подожди минутку. Сейчас я смою всю пену чистой водой. Вот так, ну, посмотри, кто же тебе попался. Ух ты, мамочка, да это же лягушка. Какая она смешная, такая необычная. Да, Бьянка, я думаю, с ней будет очень весело купаться в ванне. Точно, ура! Вот так сегодня моя малышка Бьянка ныряла за своей новой игрушкой. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!